меня нахуй не снимает, слушай. Куда тебе не снимать? Ты меня не снимаешь. Ты отсюда. Просто давай мне компьютер надо. А тебе, ты же не работаешь, ты соседи по меня. У меня свои дела есть. Я должна еще один добавить. А что предложить мне ничего не будет? Что за него подписка такая? Я не буду работать, так что ленты нету. На кассе. И у вас нету. А что такое ты вот это поставил? Уже ты какой? На. Ничего не пробиваем, говорим, ой, извините, давай просто, что мы не имеем права продать вам просрочку. То есть это законно. Если что, я тоже подойду к себе. А мне, а касается нет. У меня кассу ленты нету. Да нам нужна следственно-оперативная группа по адресу улицы Народного ополчения, 29, корпус 1. 29, корпус 1. Магазин «Дикси». Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продажи детского питания, просроченного более чем на полгода. Для детей до 6 лет. Да, на полгода и больше. Сафронов Павел Владимирович. Нет, это дело в том, что уголовная статья есть 238, поэтому нам нужен дознаватель. Угу. Знаешь, Володь, детское питание насколько просрочено? Знаешь, детское питание насколько просрочено? С марта месяца. С марта месяца получается сколько? 9 месяцев. 9 месяцев. Это мне фотки прислал? Да. Я думал, ты мне сказал, что ты еще такие посмотришь. Таких больше нет, и все выиграли? Таких вроде нет. Просто я как раз и 19 декабря там одна была. Я знаю, да. Это я там тоже находил. Аккуратнее. Тут просрочка может быть. Мы еще не взяли, это 15. Мы еще не посмотрели. Вот это все. Это помойку. Значит, вам повезло. Вот 12-е. Все агуши просрочены, все вот эти вот. Все просрочены, да. Смотри, вот эта булочка, она хранится, знаешь, сколько? Трое суток, 7 декабря. А, нет, 5 суток. Они сейчас так будут бомбить, что мы не будем это покупать, а у них это просто заберут. А где 12-е? А, так им это лучше, нет? Где 12-е тут, чем было? Все 15-го, кроме одной почему-то. Ее уже купили. Нет. Вот тут я уже видел, когда вот он, 12-го. Странно. 29.11, смотри. Да ладно. 29.11. Это на сколько? Подожди, так я. На 3 недели? Йогурт. Да. Ну а мы продолжаем продуктовую картину наполнять. Замечательно. До 29 ноября. Ну, конечно, мы возьмем. Нам в коллекцию просроченных продуктов. О, а до 1 января. Подойду. До 2 декабря. Так, удачно. Причем стояло-то спереди, да? Конечно, специально выставили, чтобы купили этот тупличок. А давайте посмотрим дальше что-то. Ну, пока у нас рекорд просроченное детское питание на 9 месяцев. Прямо это как для грудничков, да? Да. А вот 15-й вижу. Вкусняшечка. О, вкуся, вкуся какая. Вкуся, вкуся.
Они такие страшные, да? Че, Володь, тебя еще не обвиняют в том, что ты ешь просрочку? Меня уже обвиняли. Меня на видео. Меня обвиняли. Да конечно, у меня есть видео, где ты ешь просрочку. Я не ем просрочку. Ешь. Я все время говорю, блин, я не понимаю, просрочка? Мне кажется, так что нет. Годик полежал и еще, наверное, думает, полежит. Это третий. Да. Рекорд детское питание на 9 месяцев просрочки. Это не первый раз, повторно они ведут себя отвратительно. Не рекомендую тройне. Кстати, он там еще есть один. Еще хуже. Честно скажу. Иван даже купон. Чтобы это на будут съедаться. Пока не сидят, мы не уйдем, да? Смотри, научились. Не было у них. Только чуть-чуть это число 13-12. Не более 24 часов хранить. Ну это завтра разморозило, молодцы. Правильно? Давай. Я не вижу даты, ну значит я... 13-й, ну да. 24 часа с 13 числа прошло, интересно? Не, нет, ты что? Сегодня же какое? 17-е, да? Это всего лишь конец 17-го, да. А ты Ксения? Ксения нам не нужна. Зачем нам Ксения? Бумагу пробить, давай. Спички просрочены. Просто когда мы подходим, касса ломается. Наглость увеличивается. Просто. Да не бойтесь, не просрочены. Пробивайте людям. Вон как будет, как хорошо будет. Просрочены? Серьезно? Нет, это 13.01, подожди. А, это на всякий случай, да. Да, да, да. Не беспокойтесь. Вы уже продали, да? Вы не волнуйтесь. Одним больше, одним меньше. Сейчас. Ты по одной порционному, давай. Конечно, давайте. Пробивайте. Нормально вроде. Свеженько лежало здесь прям. Значит, свежее. Правильно? Не будете вы же тухлые выкладывать очки. Согласны? Так, один, да, у вас? Смотрите. Ну да, да, но один. Он не один плюс один. Не, я один хочу по полной цене, прям по максимуму. Так куда вы? Я чувствую, вы справитесь. Вы справитесь. По-моему, один плюс один. Да не нужен мне один плюс один, я по полной. А там больше нет. Ребят, можете туда сразу. Первый бисквит. Тут я чую надолго. Да. У нас сегодня акция «Пробей или съешь». Да. Либо пробивайте, либо едите. Вот это вот, как брелок. Я вообще. Да. Я француз, я люблю французские булки. Скажите, пожалуйста, вот эти вы говорили по 76? Вот эти? А? Нет, маленькие, поменьше, которые, да. 7, 12. 12. По 12 часов, да? Угу. Этот товар не могу вам пробить. Как-то. Тогда ешьте. Акция «Пробей или съешь». Здрасте, вы к нам. Нам нужна следственная оперативная группа, дознаватель, там, участковый. Кто есть? А что вам продавайте? Детское питание прошло на 9 месяцев. 238 статья Уголовного кодекса, часть 2. Чек вам выдали? Да. Чека нету, правда? Не брешите, пожалуйста, не мешайте работе следственных органов. Удалитесь отсюда самостоятельно, либо вас удалят, сотрут с памяти. Ну, меня ладно? Чем я вас оскорбляю? Сотрите себя так, говорю. Дознаватель, следственный оперативный группы, дежурному позвоните. Чтобы просто все это быстрее. На мост, это самое. А мы уже просто знаем, что делать. А? Что за продукция? Это третья тележка. И... Вот. Агуша. По 9, 12, 18. Но это еще не рекорд. Рекорд 9 месяцев. Тут на 9 месяцев просрочено детское питание. Дети с 4 месяцев это едят. Неоднократный факт продажи. Вот. Раз. Ну, это только тут. Это еще не успели пробить. Вот. Надо и замать все это. Может, магазины печатаем сегодня. Да, честно. Люди все покупают. У них до сих пор на полках просто полно просроченных товаров. А смотрите, сколько посетили. Сколько из них купят и отправятся. Мы вам сообщили, на ваших теперь плечах это ответственность груз. Ну что? Все ясно? Пробить народ-то, а? Мало было предупреждений, да? Черновенькая.
просто задницу поворачивается, покупатель. Можно вам сдаю? Девушка. Людей, покупатель. А вот она вас инструктировала, что вы можете не пробивать товар, тут сидеть, да? Был такой? Я сама. Выгодно, да, выгодно травить детей. Что, продал просрочку на 9 месяцев, просрочено. Делов-то. Заработал на этом 100 рублей, там, да? Сколько там заработал? Уважаемый, сейчас к вам участковый подойдет и будет разбираться. Хорошо. Участковый директор магазина. А можно как-то нам открыть этот очередь, чтобы прошла камера? Она у тебя открыта, пробивайте товар. Можете открывать. Подождем. Угу. Ну, сяду на место. Нет, Володя, Володя. А что, не засечь? Нет, Володя. Ну что, сгрузим? Пойду я свое достану, так сказать. Я думаю, что иметь. Да. Она вон так уже удивилась. Нет чека. Подождите, заново. Заново начните свою речь. Давайте. Кто вы такой? Кто вы такой? Это ваше рабочее место? Я вас ответственно заявляю, что это мое рабочее место. Я только что об этом в прямом эфире заявил. А он в прямом эфире. Ну, говорят, это не мое место. Ничего себе. Освободите, пожалуйста, вы возвращаете ваши права. Встаньте. Чьи права не нашли? Встаньте. Встаньте. Я устал очень. Встаньте, пожалуйста. Мне плохо, скоро выйдите. Встаньте, пожалуйста. Я попробовал просрочки. Встаньте, пожалуйста. Мне плохо, выйдите. Встаньте, пожалуйста, с моего рабочего места. Кто вы такой? Встаньте. Вы кто? Встаньте. Вы кто? Мы сейчас даже наряд вызову за то, что просто вы сидите здесь. А, давай. Молодой человек. Давай. Мы еще на камеру снимаем. Нет, что докопались по поводу чего? Чего вы до меня докопаетесь? Просроченное детское питание на 9 месяцев. Просроченное детское питание сроком на 9 месяцев. А, ну это группа, что ли? Группа граждан, да. Не, ну если вы как бы поддерживаете просрочку на детское питание на 9 месяцев, неоднократную продажу, то... я не поддерживаю просрочный продукт, но хабское поведение я тоже не поддерживаю. А чем я нахамил-то? Ну вы сели на рабочее место. А чье это место? Она кто? Магазин. Она кто? Откуда я знаю? Я слышал, вы кто, она не отвечает. В принципе, это не очень правильно. Да, пожалуйста, считайте как хотите. Я тут VIP-клиент. Мне все можно. VIP-клиент вы? А что такого-то? Проблема какие? Клиенту VIP-место. Правильно? Согласны? Будет на ютубе, да? А? На ютубе будет с вами? Конечно. Какой еще знакомый? В какой группе? Фотохантер. Алрус Ньюс. Вообще стыдно не знать, конечно. Да. Я никогда не говорю, потому что говорю, стыдно не знать. Я не знаю, но... Вот этот человек второй раз вычищает этот магазин от просрочки вообще. Сегодня две телеги. Выгребу. Уже группа поддержки приехала. Да. О. А, так это можно. Меня нахуй не снимает. Куда тебе снимать? Ты меня не снимай. Ты просто давай мне компьютер надо. А тебе ты не работаешь? Ты соседи. У меня свои дела есть. Они просто сильнейшие провокаторы. Нет, я просто говорю, дай мне компьютер. Неужели? Блин, нас партнерчик молодец. А так и не скажешь. Молодцы. Я поставлю заебал. Я вот ставлю. Давай, дай-ка. Ну вот, а ты говорил, что не мощнейший провокатор, все. Чувак, кстати, вообще не здесь работает, он работает на... Да? На овощах, фруктах? Да. На орешках. А это вот, ну, не знаем кто, но вот человек в маске, это как Бэтмен, да? Бэтмен. Не, в принципе, ладно, если за нас, то я согласен, в маске. Но он может нас это... Переметнуться, думаешь, но я обманусь.